Здравствуйте, зрители и подписчики моего YouTube канала. Это видео будет о очень интересных старинных гравюрах из Италии и небольшая часть из Сицилии. Эти гравюры показывают древние археологические памятники, которым многим из них более чем 2000 лет. Некоторых из них со времен Римской империи, некоторые из них сохранились со времен этрусков, в прямом смысле этого слова. И я даже могу предположить, что некоторые даже, ну совсем немного, еще со времен до этрусков. То есть это очень уникальные археологические памятники. Я когда-то очень давно делал это видео, но по независящим от меня причинам, музыки копирайты, мне пришлось его перезагрузить. То есть вторая часть этого видео уже загружена, это первая часть этого видео о древних старинных гравюрах из Италии и Сицилии. Все остальное вы увидите дальше видео об этих гравюрах. Они, еще раз повторю, они очень уникальны. Со времен Римской империи и со времен этрусков до Римской империи. И даже до некоторые, не удивлюсь, если даже до этрусков, ну совсем некоторые, там буквально пару из них. Еще что я хотел сказать, что я хочу принести извинения, что может быть я не всегда успеваю всем отвечать на вопросы, которые после, ну, на сообщения, которые под моим видео, может на некоторые личные письма не успеваю отвечать, потому что у меня сейчас очень много работы, и ремонт делаю, и на дачу езжу, и параллельно со всем этим я делаю видео, у меня просто физически не успеваю все сделать. Ну, думаю, в ближайшие 2-3 недели это все, надеюсь, закончится, все эти перипетии. И я буду делать намного больше видео, намного больше отвечать на вопросы, отвечать больше под моими видео. Если кому не ответил, то извините. Все остальное вы видите дальше видео. Спасибо за ваш просмотр, спасибо всем, кто помогает моему YouTube каналу. Thank you.
Thank you.